Всем привет! Вот такая у меня обновочка, такое простое синее платье. Не знаю, какой это материал, но очень к телу хорошо. Села нормально, даже не мерила. Удобная, такая нежная. Опаздываю, что сказать. С понедельником, друзья. Видео, скорее всего, конечно, выйдет не в понедельник, а ближе к пятнице, но неважно. Вообще, с любым днем недели вас. Приступим. У нас снежок выпал. Кофеечку. Время почти без 29. У меня 2 яйца на масле. Поджаренных. Ой, на масле. Без масла. Авокадо и бутерброд с сыром. Забыла авокадо посолить. Ничего. Мы это исправим. У меня уже все. Думаю, если я его сейчас не использую, погибнет. Посадила как-то давно на домашнюю тунику. Пятна какие-то. Не знаю, что. Где-то, может, готовила, брызнула. Или ела, обляпалась, кто знает-то. А с недавних пор, ну, как бы я вообще этого не знала. Может, я одна такая. А зелит там брызгаешь на пятно. Вот, на подмышке. Неважно, какого цвета ткань. Обрызгал чуток, полежал. И в стирку. Пятна как и не было. Ну и прям там достаточно количество глубины. Что ж такое? А туника уже давнишняя. Ну, такого хорошего качества мама мне дарила. Правда, коротковато. Ну, нормально. А я еще, когда она мне дарила, была вообще как велосипед. Ну, достаточно худая там. При моей широкой кости там 52 килограмма. Ну, такой. Дрещеныш. Мне прям она очень нравилась. Вот я насадила. Где-то пятен. А вчера постирала. Чудо. Я вот так с белых подмышек. С белых вещей. Любимый завтрак на все времена. Вот. Очень. Мне девчонки рассказали полезный совет. Конечно, азелит это я страшнейший, но побрызгла и быстренько слиняла. Муж звонит. Вот так вот все у нас на ходу. Блин, смотрела пресс. Если это не подстава, то очень печально. Спрашивают девчонку. Сколько дней в неделе? Она 5. Надеюсь, прям это шутка. У
Быстро все смела. Что будет, если поделить на ноль? Не смогла ответить. Это капец. Мне прям таким неприятно удивлена. А что ты хотела рассказать? Вернее, чем-то поделиться. Ну, конечно же. Забыла. Кушать нужно медленно. Все прожевывать, а я как будто за мной кто-то гонится. Постоянно. И встаю-то по будильнику. Но мне же надо еще с кошкой полежать. Всех обняла, пока.